Я думаю, что всем нам, вне зависимости от наших партийных цветов, флагов, названий и так далее, всем нам надо объединиться против Плохотнюка, против этого режима и перевести протесты к офисам Плохотнюка. Еще раз повторяю, к офисам Плохотнюка. Видите, как они боятся? Они испугались 50 человек. А если туда придут тысячи людей, они вообще избегут из страны. Поэтому ко всем и к платформе «Да» хочу обратиться. Переводите протесты к офисам Плохотнюка. Они вам запрещают протестовать на центральной площади? Протестуйте перед GBC, протестуйте перед Нобелом, везде, где они находятся. Перед частным охранным агентством, принадлежащим Плохотнюку. Везде. Только так мы можем добиться справедливости.